Привет, друзья! С вами канал «Одна Австралия», я Александр Петров. И сзади меня вы видите магазин «Staggles». Это магазин, который является главным базовым магазином. И рядом вы видите, подъезжают как раз траки. Что это значит? «Staggles» продает в основном птицу, то есть индейки, это самое главное его достоинство, и куры. Income and Staggles – это две самых главных таких сети. То есть разделываются вот район Минчинбюри и вот вся вот эта вот до Блэктауна, перед Блэктауном. Короче говоря, между Параматой и Блэктауном эрия. На ней есть некоторый абитруаз, то есть бойни, да, ну, где птицы убивают. Вот. Но в основном здесь просто центры по разделке и фасовке птицы, вот этих вот продуктов из птицы. И, соответственно, вот отсюда все это развозится по магазинам. Соответственно, здесь магазин имеет самое свежее и самое дешевое птичье мясо вообще в Сиднее и вообще в Австралии, кстати. Ну, для примера, если вы берете... будучи клиентом, то есть это бесплатно вам карточка дается, будучи клиентом вот в этом магазине, вы, допустим, те бедра индюшки, которые стоят 3,20, вы берете по 3 оптом, да, 12 килограмм, и, соответственно, если вы член этого магазина, то это где-то 2,80 вам выходит. Соответственно, посчитайте 2,80, порядка 140 рублей за килограмм индейки бедра. Бедро считается самым лучшим мясом, а индейка самое лучшее мясо птицы. То есть это вроде как птица и очень хорошо вам для всего пищеварения и так далее, для сердца. Но все-таки по свойствам ближе, по полезности ближе к красному мясу. То есть может заменить и птицу, и говядину одновременно. То есть вот это преимущество. Для сердечников, и у кого сердечно-сосудистые заболевания, или кто хочет их избежать, и тех, у кого заболевания печени, или кто хочет их избежать, соответственно, именно мясо бедра индейки и бедро индейки – это самое лучшее. Понимаете, мясо бедра индейки – это, конечно, все хорошо, но мясо на кости вкуснее. Поэтому... Допустим, запеченное бедро. Единственное, что рекомендовал бы, снимайте шкуру с жиром. Жир можете, кстати, использовать. Вот шкура, она вроде как хороша, у кого там суставы больные, вроде соединительная ткань, кто хочет кожу помоложе. Но, в общем-то, достаточно много калорий, поэтому можете вот это снимать и отдавать, допустим, кошкам. Вот у меня получается с 12 килограмм где-то, наверное, до килограмма, полкило. Короче, полкило кожи, полкило жира. Или жирная кожа, то есть кожа вместе с жиром, идет котам. Они очень это дело любят. Им как бы на калории наплевать. А вот это вот очень хорошее дополнение для дикого кота. Ну, они все домашние, но имеется в виду для таких бродячих кошек. Хорошо к сухому корму, потому что это компенсирует их... Вот то, что это растительные там какие-то добавки в кормах. И, ну, не очень хорошо для почек. Если это как бы небольшая добавка к рациону, хорошо. Если еще разбавляется вот такими шкурками, то вообще классно. Очень рекомендую подваривать. Но уйдем от этого как бы off subject. Перейдем опять-таки к предмету. По ценнику, допустим, мясо индейки и курица одинаковые на самом деле, даже курица порой чуть-чуть дешевле. Соответственно, вы тоже бедро где-то по 3 доллара за 150 рублей за килограмм можете взять, Мэрилендс так называемые. А ножки приблизительно по такой же цене. Шеи, кстати, очень вкусные, нежирные, из них замечательный холодец делается именно из гусиной шеи. Здесь, по-моему, 2 с чем-то это стоит, где-то со скидками 2,50. Яйца, самые дешевые яйца, но оказалось, что в Костко даже яйца чуть-чуть дешевле и свежее. Ну, короче говоря, вроде они одинаковые, но Костко
по многим причинам нам удобнее, рядом с домом, заправка, другие сопутствующие товары. Короче говоря, здесь мы уже не берем яйца, но кто здесь закупается, и яйца, практически та же самая цена, что и в Костко, где-то 2,75 за дюжину яиц. Это самая низкая цена, которая вообще существует. Но такая же цена и в Костко. Мы предпочитаем Костко. Теперь смотрите, очень много бывает скидок, то есть если вы берете по 6 долларов за 2 килограмма какие-то сердечки, печеночки и желудочки куриные для пирожков замечательно, вообще классное, ну, не злоупотребляйте требухой, потому что она вкусная, полезная, но недостаточно много холестерина, поэтому... Ну, все должно быть разумно. Я обращаюсь к своим студентам. Ребята, не судите меня, те, которые люди живут богато, у кого 150-250 тысяч долларов в год доход. Я говорю, для людей, которые выживают, они только приехали, не очень хорошо с языком, не очень хорошо с работой, приехали сюда, может быть, с 1000-2000 тысячами долларов, работают тяжело. Это вот для этих ребят в основном. Я тоже беру, потому что здесь качественная продукция. Здесь очень дешево, но очень качественно. Поэтому я сюда заезжаю. Но, естественно, требуху я эту не беру, потому что, ну, посмотрите на мое лицо, уже понятно, что с холестерином мне надо явно бороться. Вот, поэтому я беру здесь индюшку и не беру внутренности. Но иногда вы можете взять, ну, по полтора, по два доллара за килограмм печеночку, желудочки. Для моих студентов это просто находка, потому что... Ну, делать, да, допустим, по-флотски, просто накидать макароны с этим всем делом, это просто, это такой вкусный продукт. А человек, который работает на стройке, достаточно тяжело порой, на бетоне, да и на гипсокартоне, допустим, для него эти калории, ну, Макдональдс намного калорийнее на самом деле. Поэтому приглашаю. В этот магазин я поставлю оценочки. Сегодня был не самый дешевый день, чуть-чуть обычно я беру еще дешевле или значительно дешевле, без спешл. Специально это сделал, потому что хотел показать вам этот магазинчик. Поэтому заезжайте в Steggles, это 15 Amex Avenue, Гировин, New South Wales. Фактически это геометрический центр Сиднея. Всегда удобно добраться. Единственное, нет электрички, но ходит автобус. Ну, ребята, у нас у всех, даже у студентов, машины есть. Ну, не у всех, наверное, но две трети студентов имеют машины. У них есть друзья, приедете вместе. Приглашаю вас, и после того, как приедете, оставляйте хороший отклик в Google Review, потому что люди этого заслуживают. Вообще надо наказывать зло, но добро-то надо вознаграждать. Оставляйте добрые комментарии о людях, которые, и даже они работали в это коронабезумие. Это было достаточно для них сложно, но они это делали. Добро должно быть вознаграждено. Спасибо.